Я хотел обратиться к Владимиру Абрамовичу. Скажите, вот вы столько работали и с Гайдаем, и с Александром Сергеевичем. Вот не жалеете, что ни в одном фильме вам не удалось спеть какую-нибудь песню? Я сейчас хочу спеть. Давайте. Спасибо, я пошутил. Я хочу сказать, что вот эти фильмы Гайдая – это совместное творчество. И Александр Сергеевич здесь такой же участник и автор этих фильмов, и неизвестно еще, как это можно разложить. Без этих песен эти фильмы не могли бы существовать в таком виде, как они существуют. Ведь как было замечательные режиссеры Ром, Герасимов, ну и так далее. И Гайдай был, в общем, скромным участником этого фестиваля режиссерского. И вот сейчас их нет, а гайдаевские фильмы идут. И это заслуга не только Гайдая, а это заслуга всего ансамбля, который участвовал в этих фильмах. И в первую очередь, ну или во вторую, я не знаю, я не хочу раздавать их номеров, но это Александр Сергеевич. Спасибо вам. Кстати, вот пиджак замшевый нашлись, портсигары, все нормально? На месте? Не, обокрали, вы же знаете. Ну, пожалуйста. Владимир Абрамович, вы так много встречались, работали с Александром Сергеевичем. Я ему пел, когда он просил. Так, а сейчас мы... Александр Сергеевич, можно попросить Владимира Абрамовича сейчас спеть? И Владимир Абрамович проходил мимо дома, где я жил, он в театр Вахтангова, и мы виделись там. И он пел мне, конечно. Конечно. И я ему... Да, что именно, Владимир Абрамович? «Вставай, проклятым заклеменный». Так. Вот автор, да? А нет, я ошибся, да. Нет, другие песни я пел. Какие песни, Владимир Иванович? Ну, как это... Та-да-да-та-та-там, 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 та-да-да-т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 а